Выездное совещание в жилом массиве Сайрам началось с посещения парка Наурыз. Парк был построен 26 лет назад. Сегодня он переживает второе рождение. Уже к середине июня отремонтированный парк распахнет свои двери для посетителей. Здесь провели отделку фасада, укрепили берега искусственного водоема, установили удобные скамейки. В общем, сделали все, чтобы парк приобрел цивилизованный вид. А чтобы вопрос полива зеленых насаждений не создавал проблем, здесь решено пробурить скважину. Это позволит решить и вторую проблему. Хотели, чтобы поливали хотя бы водой из ярыка, но вода в нем грязная. Лучше пробурим скважину, заполним озеро, установим там аттракционы и сделаем хороший парк. Следующий вопрос – внешний облик центральных улиц жилого массива. Аким города призвал владельцев многочисленных кафе и магазинов, если не приводить их в единый архитектурный стиль, то хотя бы в порядок привести. Вы хотя бы порядок наведите, пыль протрите, уберитесь как следует, чтобы человеку захотелось войти в ваше кафе и перекусить, а не как сейчас, от одного вида хочется бежать. Третий вопрос, требующий незамедлительного решения – дороги жилого массива. Глава города поручил провести ямочный ремонт центральной улицы жилого массива Сайрам в кратчайшие сроки. А трасса, ведущая в Ленгер, и вовсе будет полностью реконструирована. Об этом сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Куаджан Жуматаев. Центральная улица, которая ведет в Ленгер и в населенный пункт Утимис, уже разработан проект. В июле будет уточнение проекта. Проект прошел экспертизу. Планируется реконструкция. Старое дорожное покрытие будет полностью убрано и положено новое. Это комплексная работа. До Утимиса 26 километров и далее в Ленгер трасса. Будут установлены фонари освещения. Работы начнутся в августе-сентябре. А дороги в центре уже на этой неделе начнется ямочный ремонт. Жители Сайрама поддержали предложение акима города обустроить в жилом массиве и туристическую аллею, на которой и будут продаваться сувениры.